Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Романов Даниил. Итак, сейчас утро, я полчаса назад как проснулся и хочу показать вам свою кардиотренировочку. Тренировочка по времени занимает полчаса, но благодаря этой тренировке я буквально каждую неделю сбрасываю по несколько килограмм жира. Тренировка будет состоять из двух упражнений. Это будет 5 минут на велотренажере и 5 минут кардио с гирей. Я вам покажу, что я с ней делаю. Это такой вариант круговой тренировки, или как хотите называйте, можно назвать его суперсет из кардио упражнений, который выполняется по кругу без паузы между этими упражнениями и без паузы между кругами. Каждое движение буду выполнять по 5 минут. 5 минут велотренажера, 5 минут гири, паузы между ними нет, все время по кругу. Всего я сделаю таких 3 круга. В совокупности это займет 30 минут ровно, 30 минут реальной работы. Итак, ребят, перед тем, как начать эту тренировочку, рекомендую вам сделать разминочку вашего тела, да, суставы, связки, мышцы, так как работать будем с гирей, пусть в кардиорежиме, но это будет работа для всего нашего тела, где будут задействованы там большое количество суставов, связок и больших мышечных групп. Дальше было не забыл, каждый круг я буду повышать нагрузку. На велотренажере я буду увеличивать ступень сложности, и гирьку я буду брать все тяжелее и тяжелее. Но, к сожалению, у меня всего две гирьки 16 и 32 килограммов. В идеале мне нужна была бы 24-килограммовая гирька, но так как есть. Поэтому я в первом круге буду использовать 16-килограммовую гирьку, а в двух последующих 32-килограммовую гирьку. Слез небо голубого. Этот ветер и песок стали моей сутью. Звезд кристальный чистый звук освещает путь вперед. Ветер в лицо, пыль на висках. Это моя свобода. Вечный здоров, море прибой. Это моя
Итак, ребятки, вот такая вот убийственная полчасовая кардиотренировка. Ее плюсы. Она занимает не час, а ровно 30 минут. Вторые плюсы. Это шокирующая нагрузка на ваш организм. То есть, когда вы выполняете систематически монотонное кардио, ваш организм все-таки привыкает и адаптируется к той нагрузке кардио, которую вы даете. И как только хотя бы раз в недельку или раз в два, один раз в две недели вы привносите в свои кардиотренировки какие-то изменения такого шокирующего, уничтожающего ваш жир режима, совсем другие ощущения. Я примерно так и поступаю. Как и в обычных силовых тренировках, я люблю тренироваться разнообразно, так и в кардио. Я стараюсь привнести в них какую-то изюминку, какое-то новшество для своего организма, чтобы мой жир не переставал уходить из моего организма. Итак, ребят, как вы поняли, поняли или нет, я вам объясню кое-какой нюанс по поводу работы с гирей. 5 минут чисто работы на гире у меня не получается при всем раскладе. Все-таки это нагрузка с гирей комбинированная, силовая плюс кардио. Силовая, так как тут работает большой массив мышечных групп, ноги, спина, пресс, все это начинает отказывать буквально после минуты или полторы минуты работы. Это с 16-килограммовой гирей. После чего я должен сделать остановочку примерно на 20-30 секунд и продолжить работу. Что касается работы с 32-килограммовой гирей, тут отказ происходит у меня намного быстрее. Буквально через 25-30 секунд все, я уже начинаю вздыхать, спина печет огнем, пресс разрывается, ноги тоже гудят. Я делаю паузу на 20-30 секунд, протираю гирю от пота, от плотных рук и продолжаю работать. Обязательно протирайте гирю, чтобы она у вас не выскочила из рук. В итоге я получаю в этой тренировке две нагрузки. Это не чистая кардионагрузка, это комбинированная нагрузка. Кардио плюс силовая взрывная работа с гирей. Это очень круто. 30 минут больше не надо. Подобную тренировку проводите в отдельный день. Я не рекомендую проводить ее перед основной силовой тренировкой. Проведите ее в день так называемого отдыха. У меня сегодня день отдыха, например. И я в этот день отдыха решил провести вот такую вот тренировочку взрывную, чтобы недаром прошел мой день. Итак, ребят, на этом все. Я надеюсь, видео вам понравилось. Кому интересно, применяйте свои практики. Если не понравится, вы как минимум получите новый опыт, новые ощущения. Точно ничего не потеряете. И на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте класс. Пока.